Всем привет, подписчики мы, и мы сегодня приехали наконец-то с ночевкой до 24 часа на карасика, так как погода наладилась, а то постоянно эти дожди были, и выехали на крутую речку Гнилопять. Классная речка, здесь в основном везде по этой речке можно сесть, прикормить и половить карасика, а то я знаю много речек, фиг там половишь по ней, будет задалбывать красноперка, уклея. Здесь такие вот мостики уже идут, то они бегают вот. Тони, что там? Можно на этих мостиках половить? Класс! Ну, а я ищу какой-то берег, чтобы можно было просто подъехать, а то в машине много барахла тянуть. Но места здесь такие шикарные. В резиновых сапогах зайти и так бросать. И на щуку посмотрите, какие здесь заливы. Какая здесь красота просто. Это вау! Как охота уже посидеть, закинуть удочки. Да, местов здесь много вытоптанных. Карасика ловят. Вот здесь бросают. Местечки хорошенькие. Так, пойдем уже туда. Разведаем сейчас, ребята. Фух, это класс. Главное, чтобы можно было подъехать. Поставить палаточку. Что там, Тонь? Бегал? Ох, Тонь, довольный. Иди сюда. Что там, бегал? Довольный? Да? Купаться будешь? Пошли, пошли. Тонь, искать какое-то местечко. Фу, с ночевкой. Это класс, потеплело. Комары, конечно, уже пошли. Но ничего. Фу, сейчас прикормим. И половим на поплавочные удочки просто. Может, закину, еще кинем на карпика. Посидим. Шикарное место. Я здесь не был. Я ловил там в другом месте всегда на этой речке. А то мне вот там знакомый показал сюда. А здесь такие вот разливы. Она здоровая, широкая. Нифига себе. Я здесь не был никогда. И здесь круто. Пошли. Проехались немножко дальше. А здесь вообще живописно. Получается такой вот остров. Залив. И по бокам вот речка так протекает. И с этой стороны. Посмотрите, здесь ставим палатку на этом месте. И здесь такие вот шикарные места рыбацкие. Будем рыбачить здесь. Здесь их много. Вот с этой стороны можно рыбачить. Если плохо, то стой. Вот это здесь местечко такое вот шикарное. Вот посмотрите. На дальний заброс. Класс. Вот это здесь красота. Такой вот как островок. Супер. Так что здесь, я думаю, разбиваем наш лагерь. Посмотрите, какие рыбацкие места. Шикарные. Это просто вау. А то там берег такой вот крутой. И машина не подъедет. А здесь классно. Вот подъехал. И сразу можно ставить вот палатку. И разбивать наш лагерь. Ставим где-то здесь. И вот, не здесь вот интересно вот бросать, ловить. Здесь так тихо с этой стороны, красиво. Может, рассвет будет где-то там. Шикарно. Я думаю, карасик должен брать. Сейчас прикормим хорошенько, подойдет. И за ночь прикормим. И с утреца у нас будет рыбалочка. Так что я думаю, что-то половим после зимы. Наконец-то наладилась погода. И выехать так с ночевкой на поплавочные удочки. Это просто кайф. Так заскучал за этим. Так что пошли, ставим нашу палатку, прикармливаем и пошли рыбачить. Так, все, разбиваем здесь лагерь. Ставим палатку. Сейчас быстренько прикормим. Или сейчас пойдем прикормим. Надо было прикормить и ставить. Фу, хорошо, что пока комаров нету. А то я думал, уже буду заедать. Они только начинают вылазить. Сейчас вот передают уже тепло, жара будет, и понесутся эти вампиры. Все, красота, бросаем туда эти спальник, матрасы, подушечку, блин, забыл, но ничего, и пошли ловить. Все, поставил палатку и сейчас замешаем прикормку. Купил солодкий карась. Такая вот прикормка. Посмотрим, посоветовали. Также хорошая.
Так, аккуратненько сейчас замешаем. Ох, ветерок на вечер притих. Вот, стало тихо так на вечер, а то приехал, были волны, а сейчас красота. Так, замешиваем. Немножко водички. Замешали, уже такой запах пошел. Уже и комарики, блин, присосались. И добавляем еще такую вот прикормку. Крем. Она вообще дает запах, ее немножко. Так, сейчас весь карась подойдет. Все, перемешиваем. Все, по чуть-чуть. Прикормка очень сладкая, хорошая. И бросаем. Будем ловить на червячок и на опарыш. Здесь говорят, на мотыль хорошо, но сейчас его нигде нету, не продают. Так, пошли ловить. Ребята, закинул, сижу минут 10, пока слабо, 15. Но посмотрим, может это сейчас слабо. Рыбаки говорят, что-то там пару штук. Может, с утреца будет рыбалочка. Так что посидим. Три удочки раскинул на червячка. Может, что-то возьмет. Ох, наконец-то! Блин, ничего себе, какая плотва! Я думал, карась, блин! Жирная! Вот это да! С икрой видно. Я уже думал, карась, сижу, уже столько жду. Так, 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 выложила, по-моему. Ах, блин, чтоб... Блин, ушел. Так, здесь у нас брачный период. Так, шу, как ныряют. Ого, как пошла. Так, куда-то они поплыли. Вот это плывет. Вот здесь живописная природа. Так, пойдем попробуем на этом мостике, а то с той стороны одна плотва и карасик за это время. Давай, давай, о, Тони молодец, пошел. Так, я сейчас на этот мостик стану. Здесь так классно. Его здесь немножко притопило. Вау. Такая здесь красота. И само с утреца. Может, здесь также половим. Все, ставим здесь кресло, ребята. И пошли рыбачить на воде. Так это вообще класс. Может, будет здесь что-то получше. Прикормим сейчас хорошо, чтобы само с утреца половить. Так, все, сейчас прикормим такими вот шариками. Так. Все. И сейчас закинем удочку, посмотрим, что здесь. Если что, еще с вечера закормим хорошо. У меня еще один есть пакетик прикормки. Вот такой. Сейчас покажу, ребята. На ночь прикормим. Чесночный такой вот. Может, подойдет карась и половим, да? Да? Классно? Уже потеплела весна, да, Тонька? Тонький плавает, бегает. Пошли разматывать удочку и бросаем. Здесь так удобно. Сразу вот садок. Бросать рыбу. Тони не может сидеть спокойно, так как плавают. Здесь эти андатры кричат.
Уточки. Да, Тонь? Карась по камышам так ходит, то там, то там, то там, чмокает. Вот здесь рядом вот только что. Вот. А брать не хочет. Есть, ребята. Карасик. Вот такой вот карасик. Да, Тоньки? На пожарочку то, что надо. Такие вот карасики. Сидел долго, вообще ничего не клевало. Прицепил до червячка опарыш и попался карасик. Так что надо вот экспериментировать. А то вот на червячка что-то не хочет. Одну удочку вообще попробовал только что на опарыш. Так что подождем. Вообще что-то голяк сегодня. Будем надеяться, что утром будет клёв прикормим. А то, говорю, здесь, блин, странно. Приедешь, хоп, клёв, карасик один за одним клюет. Приедешь, вообще клёва нету. Это погода, давление, хоть вроде наладилось уже. Так что посидим. Там паучок у меня есть, поставим, может, попробуем. Для интереса просто. Если что, потом где-то завтра еще пройдемся по этой речке, интересно. Так, сейчас перекусим, приготовим, пожарим картошечку с мяском. Хорошо, что взял, а то, блин, клев фигня. Пару карасиков там поймали. Вот сейчас нажарим картошечки. Хорошо, что так взял для постраховочки вот кусочек мяска. Здесь у нас вот шампиньончики. И сытенько покушаем. И будет нам на утро. Половим завтра еще до обеда. Если ничего не будет клевать, то пройдемся еще паучком где-то там половим. Так. У, красота здесь, конечно. Погода наладилась. Ветра нету. Блин, здесь карася, рыбы полно, блин. Но что-то не хочет брать. Так что берем. Нарезаем, чистим, а то уже солнце пошло садиться, думаю, пойдем. Одного карасика там только поймал. Место такое шикарное, сидишь, такой кайф, чтоб оно клевало, было бы вообще шикарно. Так что будем готовить нашу вкуснятину, нарежем лук, картошки. Мясо туда все набросаем и будем жарить. Все нарезали. Берем теперь. Солим. И приправы. Специи такие до мяса. Так, все. Это все мы перемешиваем. Наливаем подсолнечного масла. Все, и разводим костерчик. Я думаю, сейчас пожарим до темноты такую вкуснятину. О, на природе, в таком красивом месте, шикарном, с ночевочкой, это вообще супер. Все, жарится. Взял так на бревна. Сковородочку поставил. И все, красота. Закат. Какая здесь природа. Все, наша картошечка поджарилась. Будем пробовать кушать. Так, падаем где-то здесь, на берегу. Ох. Вот это вкуснятина. Перенес, ребята, палатку на ту сторону. Так как мы будем с самого утреца ловить вот там на стульчике. Так как просыпаемся. И красота. Фу-фу, нельзя, Тони, я буду кушать. Как все гудит. Весна, птички, жабы. Жизнь бурлит. Как заповедная зона какая-то здесь. Там какие-то андатры, какие-то уточки разные. Птицы куча разных.
Так, будем кушать, пробовать. Так, берем сюда еще высыпем шампиньончики. И будет вообще класс. Чтоб оно клевало еще с утреца. Все, полянка супер. Вот такая вот. Посмотрите, жареная картошечка с мясом, с луком и шампиньончиками. Это вообще. Шампиньончики маринованные придают вкус так. Поставил еще паучок. Сейчас пойду с мостика его поставлю и кинем туда прикормки. Поставим на ночь. Посмотрим, так само с утреца подымем. Думаю, каких-то карасей поймаем. И Тоньки прибежал, да? Хотел мяско, я тебя покормил. Вот он вредный. Там куст под берегом. Что-то грызет, грызет там. Думаю, что-то там почуял. Какая-то змея или что. Я смотрю, блин, калкает уже такой, как будто уже змея укусила. Такой, такой. А то, оказывается, у него ветка там между челюстями застряла. Я смотрю, он лапой потом. А я уже испугался, думал, змея уже укусила. Потом побежал, прибегает, короче, в гамне весь. Кто-то насрал, а он там взял, обвалялся. Хорошо, что мыло есть, то я его два раза помыл в воде. Вот не заскучаешь с ними. А я замечаю, у них такое в лесу даже, когда там гуляем, идем. Там видно, какое-то животное поссало, и он там крутится, трется. А там, блин, во мне, блин, обтерся. Ох, все, вкусненько перекусили. Залезли уже в палаточку отдыхать, одел вот гольфик, так как ночью сыро, прохладно еще. Плюс 7 где-то, смотрю. Поставил еще одну вершу, ребята, там с мостика. Сделал такие вот два шарика, прикормки туда. И поставил паук, также хорошенько туда прикормил. И там мое рыбацкое местечко. Так, для интереса просто завтра возьмем, подымем тот паук резко, вершу посмотрим или что-то попадется. Но уже здесь, там я вот сидел, блин, рыба ходит, камыши, блин, трясутся. Я думаю, что-то так будет. Главное, чтобы с утреца рыбалка на поплавочной удочке была. И посидеть, половить. А потом пройдемся, может, паучком еще. Интересно. Так что будем отдыхать уже. Хор, конечно, здесь этих жаб орут. Так что всем спокойной ночи. Всем доброе утро. Посветлело, так как светлеет уже. Рано, 5:30 где-то, смотрю уже. Сейчас будет уже вставать солнышко. И пойдем на рыбалку смотреть, какая сегодня погода. Но сегодня должна погода быть классная. Также. Фу. Так. Вау. Туманчик. Такой красота. Пойдем. Опа, рыба ходит, говорю. Главное, чтобы сейчас был клев. Была рыбалка. Пошли, ребята. Это кайф просто. Так. Сейчас будем здесь ловить. Вот такая вот здесь красота нереальная. Сейчас будет вставать солнышко. Еще луна. Проверим паучок пока.
нету ничего. Ничего нет, не хочет. Стоял целую ночь и ничего не поналазило. Странно. Прикормил сюда так хорошо еще. Так. Будем ловить карасика. Там еще посмотрим вершу. Так, что-то клюет. Первая поклевочка. Что-то пробует. На червячка с опарышем. Блин, ребята, прозевал поклевку. Потянуло. Давай, давай. Есть карасик. Вот такой вот. Первый утром. Так, 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 повело. Есть. Еще один такой карасик. На опарыш, ребята, пошел ловить. Красавчики такие. Вот это рыбалка. Вот это кайф на поплавочной удочке. А то, ребята, на червяк сидел. Вообще. Не хотела ничего. Прицепил чисто опарыш. Хоп, сразу по карасику поймал. Так, 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 так. Что-то опять пробует. Оп, 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 оп. Выложила. Ах, блин. Ушел. Есть. О, хорошенький. Так, 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 ничего себе. О. О, а вот это уже красавчик такой. Так, 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 вроде повело или что? Да. О, пошел клёв. Вот это красота. Такой вот. Опа, клюют две удочки сразу. Оп-оп-оп, здесь повело вроде. Да. Есть. И на этой клевало. Давай-давай-давай, вроде повело. Опа, есть. Ах, блин, так повело красиво. Так, 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 так. Повело. Есть. Небольшой карасик. Главное, что есть процесс. Клюет. Приходится немножко ждать, но ничего. Так, и на ту удочку повело сразу. Ах, блин, нет. Так, 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 так. Клюет, клюет, клюет. Павело. Ох, ах, блин. Жаль. Есть карасик. Хе-хе, небольшой. Так, 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 повело. Есть. Ох, красота. Так, 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 так. Что-то клюет, есть. Ах, что делает? Такой вот карасик. Такой вот карасик. Хорошенький. Так, что-то повело немножко и стало. Оп-оп-оп, опять. Давай-давай-давай-давай, что-то делай. Так, что-то повело немножко и стало. Так, оп-оп, давай, что-то делай. Оп-оп-оп-оп-оп, иди сюда,
есть. Класс. Вот такие вот караси, супер. Вот это самая крутая рыбалка на поплавочные. На такого вот карасика небольшого. Красота. Вот десяток уже где-то наловил. Так, есть. О, этот уже побольше. Хорошенький. Ух, блин! Ушел, жаль. Так, 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 что-то пробует. Блин, на той удочке повело. Ах, блин, а я здесь жду. Опа, и здесь вылаживает. Да, блин. И там, и здесь ничего не захотело. Так, 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 так. Повело вроде. Есть. Иди сюда. Перестал что-то клёв, сижу уже долго. Ничего не хочет брать. Будем собираться, наверное. Может, где-то паучком еще половим. Посмотрим, где есть течение. Так, посмотрим, что там наш уловчик. Так. Вот такой вот уловчик. Столько вот карасика на... Слабо, конечно, и с вечера, и утром приходится ждать, но ничего. Класс, может, где-то на карасика с карпиком уже выйдем. Такая вот красота. На пожарочку будет вкуснятина такая. Так, проверим вершу. И верши ничего нету. Прикиньте, ребята. Прикормил, здесь карася полно. Вот. Фу, будем собираться ехать уже домой. Классно порыбачили. Думал, так, на паук где-то здесь. Но не хочет, блин. Просто видно, что стоящая вода, что проточная где-то. И ни вершу не хочет. Ну, класс. Выехал так на такую вот речку с ночевкой. Порыбачили. Я хотелось тогда поплавочную удочку половить карасиков. Класс. Может, выйдем уже в следующий раз куда-то на карпика и на карасика, на закидные. Рассвет, красота такая была сегодня там с туманчиком. Так что, кому понравилось такое вот видео, пиши и ставь лайк. Всем пока.